Вот такие есть розы. Как видно, они подувявшие. Очень жаль, потому что очень красивый букет. Я вычитала в интернете, что такие розы, которые подувяли, можно оживить такой терапией. Было самой даже смешно. Окунуть в кипяток кончики на пару минут, а затем в холодную воду. Я понимаю, что другого способа у меня спасти их нет, поэтому я буду пробовать это делать. Вот такие они есть. А теперь у меня закипела вода, я иду к кипятку. Вот наши розы, а вот наш кипяток. Даже видно, как он парит. Опускаем розы в кипяток. На пару минут, как было написано, на 2-3 минуты. Ждем. Так, у нас прошло где-то 1,5 минуты. Первую попробуем вынять так. Значит, что мы видим? Видим немножко такой посветлевший кончик. Сейчас мы его обрежем и положим в холодную воду. Вот, у меня нет возможности зафиксировать камеру, поэтому, пока она была выключена, я обрезала концы роз, вот, как вы видите, наискосок, и обрезала вот это вот желтое, которое было от кипятка, и погрузила их в ванну в холодную воду. Выпрямила вот так вот головки, потому что, вы видели, они были, бутончики сами эти направлены вниз, и они, ну как, увядали, так сказать, а я их выпрямила, вот. Ну что, прошло, наверное, часов 5, даже 7, и как мы видим, наши розы выглядят уже намного симпатичнее. Сейчас я их выйму, поставлю в вазу, и мы сравним первоначальный и конечный результат. То есть результат. Две розы стали как новенькие. И, к сожалению, одна роза не была спасена. Но сам факт, что кипяток помогает. Осталось теперь посмотреть, сколько розы будут стоять после такой шоковой терапии.